Фотографии из журналов украсили экспозиционный зал Орловского краеведческого музея. Накануне там открылась персональная фотовыставка преподавателя факультета журналистики МГУ Евгения Гурко. На ней представлено около 50 портретов, которые были сделаны автором за последние 10 лет. Фотографическое творчество – это сплошной портрет. Все, что я не делаю, я смотрю через человека. Этому я научился и у Павла Павловича Кривцова, и у Владимира Юрьевича Вяткина, и у Дмитрия Дмитриевича Линникова, и у многих еще фотографов, которые жили до меня. Выставка будет работать до середины октября.